алейкум, друзья. Очередной коп. Сегодня уже на поле, после пляжа. Фух, жарко, устал. Но даже не копал, скажем. Вот. Из вот этого леса я вышел. Так и не лес такой, ну такая чаще маленькая. Вот. У меня сигнальчик уже по пути к машине. Вытащил я один бон. Как бы жетончик, это на русском будет, да, в цену 1 франка, это как талоны давали, такую-то цену вставляли, вот та же самая ерунда, вот, по пути к машине, да, 20 метров до машины, вот, сигнальчик, минут 30 я здесь хожу, надо будет после дождей приехать на вот эту вот а то сейчас земля как бетон, вообще не идет. Вон, то вон зеленое поле, где я находил монеты, очень хорошее поле было, урожай хороший мне попался там. 5-6 монет я вытащил там. Ну и за этим полем тоже одно поле есть, там рапс сейчас уже только на семена, наверное, ждут. Как будет покос, туда зайду снова, и вот это поле, и за вот этим леском одно поле. После дождей, наверное, с сентября начнем. Окей, будем идти до машины, если что найду, опять покажем. Али, удачи. Так, был сигнал, и вот что мы тут нашли. Вот таким макаром лежала. Вот. Седьмо. Гуяла я там, седьмо. А мы вот что, бардажи. Стоял. Цени. Та шпага, может. Так, попытаемся почистить. Так, невозможно определить, а лифтерю, да. Будем смотреть уже после. Хайда. Гуяна. Солнце, корт. Держите. Нет. Солнце, да. Король мела древнюю монету. Пардон, король древний. Страшнейший. Сядаю, а вот он. А мы вон, да? Ну, все, до следующей монеты, короче. Вот, а вот там же.